я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой. Опустили их в вечный покой. Опустили их в вечный покой.